Времени все меньше. В пророчестве после Фимблвинтер придет Рагнарёк. Грядет война. Я не хочу всю жизнь прятаться в этих лесах. Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи. Я не позволю тебе драться с богами. Я не ищу драки. Только ответов. А если они приведут к войне с Асгардом? Может, этого и хотела мама. Мы не знаем, чего она хотела. Да уж, эту угрюмую рожу ни с чем не спутаешь. У Одина в запасе такие трюки, о которых нам и не помыслить. А вдруг есть тот, кто может помочь? Ты про Тюра, старого бога войны этих земель. Он умер. Ну, если он умер, с чего бы Одину так старательно его прятать? Если он жив, мы должны его найти. Заходите. И что во имя Ярнспинды случилось с ним? Мы хотим остановить Рагнарёк, помочь людям. И что делать, если без войны никак? Война не единственный путь. Забудь ненадолго, что ты отец, и думай как полководец. Нет! Ты выглядишь очень спокойным и рассудительным. Но правда ли ты спокоен и рассудителен? В миг опасности паника бесполезна. Обуздай ее и используй. Тюр! Ты пойдешь с нами? Получишь ответы. Ну, часть из них.